Так, добрый день, друзья. С вами Optimus Tel. Сегодня у нас камера приехала из Китая. Беспроводная Wi-Fi камера, IP камера. Весит она 698 грамм. Давайте начнем раскрывать. Приехала она где-то за месяц. Стоила на момент заказа примерно 2600 рублей. Но я еще ссылку в описании выложу, если кто хочет приобрести. И цена там будет указана. Упаковали вот так вот, помялось тут в угле, в углу, как видите. Сейчас посмотрим, как сама камера в таком состоянии. Так, инструкция толстенькая, бегу довольно. Сама камера. И блок питания. Еще тут есть софт и подставка. Все, больше ничего нет. Коробочку убираем, камеру ставим сюда. Так, это гарантийный талон, подставочку в сторону, блок питания. Так, у нас 5 вольт, 2 ампера, вот такой вот штекер и сама камера. Так, что хочу сказать, камера такая тяжеленькая довольно. Тут есть RQ-код, что хорошо. Так, еще модель. Так, C25 IP камера. Так, тут и пароль есть, паспорт админ, 6 восьмерок и RQ-код. Для считывания данных, если вдруг у вас там возникнут проблемы. Тут получается динамик, скорее всего, или просто отверстие. Тут микрофон, скорее всего, это просто отверстие. Это у нас микрофон. Ну что, дорогие друзья, зверька я подключил, все хорошо, все отлично. Настройки, хочу сказать, ничего сложного нету. По Wi-Fi очень быстро она соединилась. И все. Если у вас Android, то заходите в Play Market, скачивайте. Программа EUA4 называется, вот с таким логотипом. И все. Заходите туда, запускаете программу. Соединяйтесь буквально там в два клика и все, ничего сложного. А у меня, так как этот iPhone 4 iOS, захожу в Play Market. Ну, заходите вы тоже в Play Market, скачиваете в App Store такую же программку. Вот с таким логотипом. EUA4 называется. Все, туда заходите. И соединяйтесь с камерой и наслаждайтесь тем, как она работает. Вот. Можно крутить туда-сюда. И вот видите, вот смотрите, головку крутит. В общем,
я камерой доволен. Хороший девайс, можете смело заказывать и использовать его в своих целях. Ну все, всем пока, ссылка будет в описании. Ставьте лайки и всего доброго.